Mes chers amis, on a encore très très belle nouvelle. Par sanitaire, le Sénat vote un texte profondément remanié sur la prolongation. Les sénateurs ont ramené du 31 juillet au 28 février la possibilité d'y recourir. Députés et sénateurs tenteront de s'accorder sur une version commune et commission mixte paritaire. Le Sénat a engagé un bras de fer avec le gouvernement. Les sénateurs ont voté jeudi 28 octobre un texte très largement remanié par 158 voix pour et 106 contre, qui ramène du 31 juillet au 28 février la prolongation des mesures de freinage contre l'épidémie de COVID. La Chambre haute du Parlement, à majorité de droite, examinant en première lecture le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Le projet de loi modifié porte la marque du Sénat, à la fois gardien des libertés publiques et soucieux de l'équilibre des pouvoirs, a jugé Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR. Son collègue Philippe Bas, rapporteur du texte, considère que 3 mois et demi ça va, 8 mois et demi c'est trop. De son côté, l'exécutif reste déterminé à retenir comme l'horizon le mois de juillet 2022, avait déclaré la ministre Brigitte Bourguignon. Avant le vote, députés et sénateurs tenteront de s'accorder sur une version commune et commission mixte paritaire en cas d'échec, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Итак, друзья, какие же именно поправки внес Сенат в пропуск здоровья, который сначала правительство выдвинуло предложение, что он будет продлен до 31 июля 2022 года? И какие поправки вынес Сенат? Очень большая статья, очень большие разъяснения. Попробую сейчас вам рассказать об этом. Итак, Сенат вчера проголосовал за законопроект о том, что паспорт здоровья, вот этот пропуск здоровья, он же QR-код и квадратик, да, для входа в какие-то либо заведения, значит, были внесены в него большие изменения во Франции. Дата окончания передвигается всего лишь на 28 февраля 2022 года, а также сам паспорт станет необязательным уже раньше, намного раньше, не с 28 февраля во многих местах, а с 15 ноября. Итак, в ночь с четверга на пятницу, 29 октября, ну вот в ночь вчерашнюю, да, 2011 года, Сенат принял законопроект о саннадзоре. 158 голосов было за и 106 против. Итак, продление пропуска здоровья перенесено на 28 февраля с 31 июля. Это для того, чтобы как бы не перешагнуть через президентские выборы и чтобы это совпало с окончанием парламентской сессии. Ну, в общем, это нам не понять. Но факт того, что во Франции вступление в силу вот этого ограничения санпаспорта будет невозможно в тех местах, где укализация составит порог 80% показателя, да? Ну, сами понимаете, что все возможно в этом мире, да, и сделать порог 80% также точно возможно. Дальше. Это будет приниматься департаментально, то есть в департаментах каких-то будет постепенно отменяться, начиная с 15 ноября. Где это написано про 15 ноября? Написано это дальше. То есть во вторник 2 ноября, например, 7 депутатов и 7 сенаторов будут искать компромисс между двумя версиями текста, то есть первой версии, которую предложило правительство, и второй версии, которую вот сейчас поправки внесли сенаторы. Закон должен быть обнародован 15 ноября 2021 года. Ну, конечно же, это будет сделано. Мы же с вами позитивно мыслим, правильно? В случае несогласия будет собрана комиссия, то есть ассамблея. И последнее слово будет за ассамблеей. Так всегда происходит, когда какие-то споры. Но мы же с вами верим, что все будет окей, да? Итак, друзья, кто хочет почитать, зайдите. Я вам оставлю ссылку на эту статью. Я вам лишь приведу здесь некоторые моменты, которые очень считаю важными. Например, вот более половины французов отказываются принимать третью дозу
То есть для того, чтобы иметь этот паспорт здоровья, ну, то есть, понимаете, да, проходит срок действия, скажем так, их двух доз, но от третьей они отказываются. То есть это будет опять тупик для правительства. То есть получается 58% отказываются иглоукалываться третий раз, ну и, соответственно, таким образом оформлять вот этот паспорт здоровья. Ну, соответственно, связано с этим третьим уколом. Итак, всего лишь 37% хотят это сделать. То есть это ничтожно маленькая цифра. Итак, когда же должен быть принят закон о продлении паспорта здоровья? Закон должен быть обнародован 15 ноября 2021 года. Что будет знаменовать окончание, то есть выход из чрезвычайной санитарной ситуации. Начало выхода. Еще очень важная вещь хотела вам прочитать. Спортивные занятия несовершеннолетних больше не будут подпадать под действие санитарного паспорта. Была принята также вчера вечером поправка, позволяющая людям. Это видите, время идет, в какой момент она была принята. Вот все эти часы и минуты, в какой именно момент была принята большинством голосов. Итак, спортивные занятия. Вчера вечером была принята поправка, позволяющая лицам младше 18 лет заниматься спортом в ассоциациях или клубах без необходимости предъявлять санпаспорт. На сегодняшний день это непонятно, почему подростки не могут заниматься физкультурой и спортом в колледже или старшей школе, или во время своей деятельности в школьных ассоциациях. То есть сенаторы говорят, да, что это на сегодняшний день очень непонятно, почему. 16:42. Было сказано, что медицинская академия выступает против третьей дозы, включенной в санпаспорт. По оценке академии, условия для получения пропуска здоровья идет после, ну, должно идти, по идее, после третьей дозы, как требует правительство. То есть это может нарушить роль пропуска. Как просит правительство, что это должно нарушить передачу, риск передачи вируса и побудить население к вакцинации. И, значит, в Сенате говорят, это вызывает некоторую неуверенность в эффективности вакцинации и приводит к необоснованной дискриминации наиболее уязвимых людей, которые уже согласились получить первые две дозы вакцины, но они не могут по каким-то причинам получить третью. То есть получается дискриминация. Так. Вот еще мне показалось интересным. С момента введения пропуска санпаспорта половина французов покинула культурные места, места культуры. Значит, согласно опросу, проведенному в начале сентября компанией Harris Interactive, почти каждый второй француз не посещал культурные места, ну, то бишь театр, выставки там и так далее, с момента введения пропуска здоровья, то есть с 21 июля. В то время как они составляли 88%, эти люди. Вот так. То есть это очень кинотеатр, сценическое искусство, театры, музеи, фестивали, они несут большие потери посещаемости. Вот так вот. Люди отдают предпочтение в основном цифровому контенту по сравнению с этими. Ну, то есть падает культурная ценность также. Какие мудрые люди, оказывается, у нас в Сенате, надо же. Итак, на какие именно департаменты будет еще распространяться санитарный паспорт, как думает Сенат? Вот по версии Сената, согласно которой в медицинском паспорте будет обеспечиваться охват населения вакцинировано, да, ниже 80% порога.
Это лишь, как считают сенаторы, небольшая горстка департаментов, как, таких как, например, Верхние Альпы и Эссон, где будет все-таки оставаться санитарный паспорт до середины года, как они говорят. Но в остальных это только вот два департамента такие. Но они считают, что все остальные департаменты скоро очень откажутся. Прям в ближайшие недели, скажем так. В 14.00, вот я вижу, Сенат призывает к прекращению непропорциональных ограничений. Там, где мы хорошо защищены, не применяйте непропорциональные ограничения. Выступил сегодня Филипп Басс, желая подать заявку с изменяемой геометрией пропуска здоровья. Где именно санитарный паспорт перестанет быть обязательным? Сенат считает, что в тех департаментах, где порог вакцинации ниже 80% порога и где будет сохраняться медицинский паспорт, он все равно не будет полезен в кинотеатрах, например, в театрах и на концертах, потому что там вы можете оставить маску. Тем не менее, он останется обязательным при входе в кафе, бары и рестораны. Но, опять же, это говорится о тех департаментах, которые его оставят. Ну и дальше также вот в 13.23, например, Сенат уменьшил санкции в случае мошенничества с пропуском здоровья. А уменьшил он их от 75 тысяч евро до 45 тысяч евро. Большая сумма, слушайте, 20 тысяч евро. И смотрите, что написано у меня на другом телефоне. Видимо, здесь какая-то другая редакция того же самого журнала. Здесь есть такое 12.53, того, чего нет у меня на том телефоне. Очень интересно. Ведь они там редактируют, подредактируют. Так вот, 12.53, оказывается, были разговоры о том, что люди, которые получали вакцину в других странах, вот написано «dehors de la France», то есть не во Франции, после валидации вот этого авторитета медицины, как бы общей базы, да, смогут получить санитарный паспорт во Франции. Ну, то есть смогут его... То есть, грубо говоря, те люди, которые не во Франции укололись, они смогут получить официальный документ во Франции.